Всем привет, с вами Андрей Хорев. Всем привет, с вами Максим. Сегодня мы продолжаем с вами угадайку, только теперь уже с игроками английской премьер-лиги. У нас здесь Эден Азар, Де Брёйне, Агуэро, Санчес, Азил, Ибрагимович, Погба, Канте, Давид Сильва, Эриксен, Сеск Фабригас, Диего Коста. Я посмотрел, что он не числится сейчас как игрок Челси, но все равно он все-таки еще как бы в АПЛ. Вот. Каутиньо, Лукако, Тоби Алдервельд, Давид Луис, Гарри Кейн, Лаказет, Ян Вертонг и Генрих Мхитарян. Так, Максим, ты загадал? Да. Так, ну давай и я загадал. Все, это я типа вставил в видео, поэтому, ну давай. Кто первый, ты или я? Ты. Ну давай. Твой игрок чернокожий? Нет. Блин. Так, значит я Погбу. Блин, тут даже кружочек не видно черный. Так, а Лаказет это черный или не черный? Нет, не черный, он загорелый. Ну ладно, блин, троих убрал. Теперь ты. Этот игрок играет в Челси? Нет. Сколько у тебя осталось? Сейчас. У меня 17. Пятнадцать. Так, теперь вторые пошли вопросы. Ну давай здесь я попробую. Хотя это очень сильно, это очень мало я уберу игроков. Ну окей. Этот игрок играет за европейскую сборную? Нет. Так, значит, я смотри внимательно, убираю Эдена Азара, да? Де Брёйне. Так, вот этот остается, этот Ибрагимовича тоже. Этот остается. Тоби Алдервельд, Бельгия, если я не ошибаюсь. Гарри Кейн, Лаказет, Ян Вертонген, Генрих Мхитарян. Так, ну что ж, здесь я сильно прям убрал. Остается Давид Луис, Каутиньо, Агуэро и Санчес. Сейчас мы тут их разберем по-бырому. Теперь твой вопрос. Этот игрок играет в Манчестер Сити? Нет. У меня 4 игрока осталось. У меня 14. Так. У тебя гудит что-то. Окей. Сейчас тогда вопрос. Да попробуй угадать сразу. Ага. У меня есть 3 попытки, как бы. Игрока 4. Вот именно, как у тебя в тот вчера было, или у меня. Окей, у него, ну смотри, у него пышная прическа. Нет. Значит, мы убираем отсюда Давида Луиза, все, будем по минимальному убирать. Теперь твой вопрос. Я рискну назвать. Давай. Это Ромело Лукаку. Нет! У тебя осталось 2 попытки. Шансы, типа. Теперь мой вопрос. У него есть растительность на лице, борода? Нет. Значит, это не Серхио Агуэро. Теперь или Санчес, или Каутиньо. Я прав? Ну, как бы да. Я сейчас вообще бомбану, если мы загадали одного игрока. Ну ладно. Давай, теперь ты. Чё-то ты меня намекнул? Нет. Ты еще был очень близко с предыдущим игроком, который ты мне говорил. Это Каутиньо? И тут Андрей понял. Он в дерьме.
Ты уверен в своем решении? Да. Да. И теперь мой... Я думаю, что ты загадал тоже Филиппа Коутиньо. Молодец. Все, сосай. Шел отсюда. Так, ты что, серьезно Коутиньо загадал? Да. И я, так. Ну, окей, тут хотя бы поинтереснее пошло и быстрее. Ну, давай сразу тогда. Все, друзья, всем пока. До встречи. Да, это получилось быстрое видео. Я думал, будет сложнее, но вот тут вот или Санчес, или Каутиньо у меня было. А ты как понял, что это Каутиньо? Знаю его. Типа я сказал, что Каутиньо или Санчес, да, типа, и если сейчас будет одинаковый, да? Ну да, как бы, что ты на микрофон. Ну все, таких больше подсказок я не буду делать. Все. Ну ничья у нас 1-1 сейчас. Так что подписывайтесь на канал, ссылки снова будут в описании. С вами был Андрей Хорев. И Максим Мельников. Всем пока.